Приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас обновление на GTA 5 RP. Ну а перед началом ролика, как обычно, прошу вас поддержать меня. То есть, кто создает персонажа нового, либо регистрируется на проекте, нажимаете F10 при регистрации, потом пятереночку, промокодик и пишем мой промокодик Хаман. Меня поддержите и вам дает бонусы, а именно VIP-статус на 10 дней, удвоенный опыт прокачки уровня и 12500 баксов до 5 уровня. Ну а мы погнали к обнове. Итак, первое, что у нас добавили, это зима 2021. А именно, сам пропуск стоит 149 DP-шек. Покупаете его, у вас отрываются такие задания. То есть, каждые 2 часа вам будет даваться 600 опыта. Для открытия одного уровня вам надо сделать 1000 опыта. За одно выполнено задание, такое вот, вам дается 800 опыта. То есть у вас два способа: выполнить все задания и онлайнить на сервере. И вы можете открывать эти кейсики. То в кейсиках, как сейчас я вам покажу, тут дают VIP-шку, тут дают вот такие награды. Потом здесь у нас остается одежда. Такая вот. По мне она понравилась, как бы, если его собрать, допустим, сет, вот черный, черный на черном, будет прикольно смотреться. Потом одежду мы глянули, идем дальше, 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 здесь опять такие же награды, то есть по КД будет падать кола, еда и все, ну и гитара будет иногда падать. Потом, потом у нас вот такая вот, ну они недоступны. Поэтому тех, кто откроет кейсы, они будут доступны у них. А тех, кто будет прокачивать, пока их нельзя открывать. Поехали дальше. Здесь такая же фигня. Здесь мы смотрели. Первый кейс с машинами, смотрите, получается. Ну, это будет от этой тачки по КД падать. Грузовик. Это, я думаю, будет та машина, у которой будет самый большой багажник. Это типа Маслкары будет. И последнее, это Бугатти Шарон. Я тестил его, получается, по скорости. В стоке он едет 380 с копейками. В стоке едет. То есть это будет самая быстрая тачка, мне кажется. Быстрее даже Бентли. Поехали дальше. Тут-то мы не можем смотреть, короче. У нас получается, смотрите, запомните, 50 кейс одни машины. Вот такие вот, да? А когда мы доходим до сотого левела, у нас совсем другие машины получаются. То есть, либо их больше будет, либо это будут другие машины. Так, это что по поводу, получается, зима 2021. Да, кстати, когда вы покупаете пропуск, вам дается достижение зима 2021. И вы получаете 10 бонус-поинтов, то есть BP-шек. Так, ну а теперь предлагаю открыть кейсов. Штук 50. Посмотрим, как нам повезет, не повезет. Заходим, получается, зима 2021. Покупаем 24 уровня для начала. И начинаем. BP-шки забираем. Этот кейс забираем. Крутим. Ну, тут в ангую пойдет еда, либо кола. Смотрите. Другого тут не может быть. Ну, в принципе, что я и говорил. Еда. Особенно, когда качаешься, это очень хорошая еда. Да, спасибо. Денюшки. Сколько же денежек? 1300, кстати, неплохо. И вот наша, получается, одежда. Посмотрим, что у меня упадет. Хочу красный, либо черный сет. А мне падает зеленый, да? Даже не зеленый. Блин. Ну ладно, тоже неплохо, кстати, 1000 обменять, берем. Поехали дальше. Дальше, 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 BP-шечки забираем, BP-шечки, кстати, можно нафармить неплохие. Так, здесь, ну, вангую, наверное, упадет кола? Нет, еда, да? Да, еда. Плохо, что сказать. Поехали дальше, забираем нашу еду, отрываем дальше денежки, сколько падает? 1800, хорошо. 20-й кейс. Крутим. Ну что, давайте мне худи какую-нибудь.
либо штаники. А, нет, ходики есть. Давайте мне штаники лучше. И... Да ладно, штаники. О-о-о, смотрите, почти зеленый сет, как и там был. Нормально, кстати, уже сетик собрали. Забираем. Тысячку вот эти обменять. Возвращаемся, бипишки забираем. Так, 23, 4 уровня я купил. Сейчас я пополнюсь по-быстрому заново. И покупаем еще, получается, 50... Точнее, 24 уровня еще. Для вас будет эта секунда, а я пока не пополняюсь. Итак, денежки пополнил. Заходим опять, покупаем 24 уровня. Забираем. Открываем. И что у нас падает? Кола. Ну, хоть что-то новенькое. Не все время еда падает. Блин, а когда качаюсь, и так плохо. Поехали дальше. Денежки вообще ни о чем. И вот он кейсик. И... А почему не могу открыть? Странно. Ну, ладно, что. Забираем, забираем, открываем. И давайте мне... Хочу вот эти палочки светящие. Мне в лете не повезло, хочу сейчас хоть выбить их. А, ну, фейерверк. Ну, тоже неплохо, чё. Поехали. Забираем. 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 И это, смотри, не могу. А почему? Странно. Ладно, поехали назад. Забираем, забираем. Блин, а так неинтересно, а когда теперь ждать эти кейсы? Ну, это типа даже интереснее будет. Очередная кола. Кстати, два кейса теперь у нас в запасе есть. То есть потом уже будет в обновлениях их сразу 2-3, да, получается. Забираем. А, блин, мне не хватает, да? Черт. Ладно, сейчас я по-быстрому опять пополняюсь. А для вас это будет секунда, для меня это будет... Некоторое время. И отрываем последний кейс. Наш главный кейс. Сейчас нам пойдет Бугатти же. Так, пополнился. Заходим. Зима. Покупаем 5 уровней. И открываем. Сначала давай заберем эти бипишки сразу. И будем отрывать кейсик. Ну что, пожелаем мне удачи. Что у него пойдет? Конечно, Бугатти. Ну а так велосипед, думаю, пойдет. Мне на них очень везет. И, ой-ой, пошли, пошли, пошли. Смотри, почему даже вот не маслкары не упали, а? Велосипед. Обменять, конечно. Нахер мне нужен. Блять, так неинтересно. Так, ладно, ну возвращаемся. У нас там, получается, уровни есть еще. А, я даже не могу открыть, да? Надо еще покупать 2 уровня. Ну, а это уже будет на следующем ролике, получается. Следующие кейсы. Так что, если пишите комментарии. Ну, теперь заберем одежду. Посмотрим, что нам упало в одежде. Так, доходим в 10, получается. Подарочки. Предмет, предмет. Одежда забрать. Одежда забрать. И флуди, понял. Забираем. Вот так вот, теперь берем, вот это одеваем, вот это одеваем. И вот такой у нас сетик получается. Так, у нас комбинезон тут активный? Активный, это хорошо. Ну что, прикольно, смотрите, типа. Типа под зеленую одежду, под банды можно типа сделать такие... Левая. Пацана, новая тоже? Нет, не новая, не это старая, да? Ну вот такая получается у нас открытие кейсов. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, ну и пишем, что у вас упало. Если хотите предложение, чтобы я открыл уже не 50 кейсов, а допустим там 100 кейсов, то пишите комментарии, буду отрывать. А на этом буду прощаться. Всем удачи и пока.